Egzamin maturalny z języka rosyjskiego. Arkusz 2. Rozumienie ze słuchu. Poziom rozszerzony. Wysłuchaj dokładnie informacji dotyczących tej części egzaminu. Rozumienie ze słuchu trwa 25 minut i składa się z trzech zadań. Zadania te sprawdzają umiejętność rozumienia wypowiedzi rodzimych użytkowników języka rosyjskiego. Usłyszysz nagranie, które zawiera zarówno teksty. Jak i polecenia do poszczególnych zadań. Każdy tekst zostanie odtworzony dwa razy. Na płycie przewidziane są przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz ich rozwiązanie, sygnalizowane dźwiękiem. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz natomiast dźwięk: Rozwiązuj poszczególne zadania zgodnie z usłyszanymi poleceniami w trakcie słuchania tekstów. Oraz w trakcie trwania przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie ósme. Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu, który usłyszysz dwukrotnie. Z podanych odpowiedzi wybierz zgodną z treścią tekstu. Zaznacz jedną z czterech możliwości, zakreślając literę A, B, C lub D. Za każdą poprawną odpowiedź. Otrzymasz jeden punkt. В России началась репетиция единого государственного экзамена. В большинстве регионов России школьники сдают так называемый пробный тест, чтобы на личном опыте понять, что такое единый государственный экзамен. В Петербурге, где в этом году он проходит впервые, волнуются все. И ученики, и педагоги, и родители. Сегодня школьники проверяют свои знания по русскому языку. Впереди у них еще экзамены по четырем предметам ⁇ по химии, биологии, математике и физике. Эти дисциплины утвердила Министерство образования. Более 40 тысяч петербургских старшеклассников пришли сегодня на пункты приема экзаменов. Так называются школы, в которых можно сдать пробный тест по русскому языку. Готовились ребята с прошлой осени. Сегодня генеральная репетиция. Кому в какой школе сдавать экзамен, определял компьютер. Известно даже, за какой партой должен сидеть ученик. Программа предусмотрела, чтобы на экзамене не встречались одноклассники. В школах, где сдают экзамены, отменены все остальные занятия для младших классов объявлен День здоровья. Одиннадцатиклассники проходят в здание по списку и с паспортом. Накануне все пункты приема экзаменов получили секретные пакеты с тестами. По три листа на каждого ученика. Ровно в 10 часов скрывают пакет. Экзамен продлится три астрономических часа после чего работы доставят в региональный центр оценки качества. 450 экспертов будут проверять материалы. В конце мая петербургские школьники уже смогут узнать результаты. Как сообщили в городском департаменте образования, цель тестирования состоит в знакомстве учащихся с процедурой проведения экзамена и типами заданий. При этом результаты тренировочного экзамена никоим образом не повлияют ни на отметку в школьном аттестате, ни на поступление в вузы, ни на итоговый балл на настоящем ЕГЭ. По мнению педагогов, вместе с ЕГЭ должна развиваться и альтернативная система сдачи экзаменов – школьные олимпиады, научные конференции. Выслушай тексту до задания 8 еще раз. В России началась репетиция единого государственного экзамена. В большинстве регионов России школьники сдают так называемый пробный тест, чтобы на личном опыте понять, что такое единый государственный экзамен. В Петербурге, где в этом году он проходит впервые, волнуются все. И ученики, и педагоги, и родители. Сегодня школьники проверяют свои знания по русскому языку. Впереди у них еще экзамены по четырем предметам. По химии, биологии, математике и физике. Эти дисциплины утвердило Министерство образования более 40 тысяч петербургских старшеклассников пришли сегодня на пункты приема экзаменов. Так называются школы, в которых можно сдать пробный тест по русскому языку. Готовились ребята с прошлой осени. Сегодня генеральная репетиция. Кому в какой школе сдавать экзамен, определял компьютер. Известно даже, за какой партой должен сидеть ученик. Программа предусмотрела, чтобы на экзамене не встречались одноклассники. В школах, где сдают экзамены, отменены все остальные занятия. Для младших классов объявлен День здоровья. Одиннадцатиклассники проходят в здание по списку и с паспортом. Накануне все пункты приема экзаменов получили секретные пакеты с тестами. По три листа на каждого ученика. Ровно в 10 часов скрывают пакет. Экзамен продлится 3 астрономических часа, после чего работы доставят в региональный центр оценки качества. 450 экспертов будут проверять материалы. В конце мая петербургские школьники уже смогут узнать результаты. Как сообщили в городском департаменте образования, цель тестирования состоит в знакомстве учащихся с процедурой проведения экзамена и типами заданий. При этом результаты тренировочного экзамена никоим образом не повлияют ни на отметку в школьном аттестате, ни на поступление в ВУЗы, ни на итоговый балл на настоящем ЕГЭ. По мнению педагогов, вместе с ЕГЭ – Должна развиваться и альтернативная система сдачи экзаменов, школьные олимпиады, научные конференции. Przenieś rozwiązanie na kartę odpowiedzi. Zadanie dziewiąte. Zapoznaj się ze zdaniami A, G. Usłyszysz dwukrotnie odpowiedzi pięciu osób na pytanie. Na czym można realna sekonomic. Na ich podstawie dopasuj do każdej odpowiedzi zdanie wyrażające jej główną myśl. Wpisz do tabelki literę, którą zostało to zdanie oznaczone. Dwa zdania nie pasują do żadnej odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz jeden punkt. Первое лицо. Если я иду в супермаркет, в пятерочку, к примеру, то знаю, что и сколько мне надо купить, так как заранее пишу для себя, что нам необходимо. И продумываю маршрут между прилавками так, чтобы не отвлекаться на глупости. Тогда в корзинке оказываются только нужные продукты. Второе лицо. Про себя я знаю все, что в кошелек положу, потрачу. Поэтому стараюсь не таскать с собой денег. В рабочие дни беру только на проезд, на обед и на покупку минимума продуктов. Если уж что-то мне сильно-сильно захочется, то тогда снимаю с карточки. А если нет наличных в кошельке, то пока думаешь, снять-не снять, можно и передумать. Третье лица. Супермаркеты стараюсь ходить пореже. Там и дорого, и продукты не всегда свежие. Покупки делаю на базаре у знакомых фермеров. Там и овощи прямо с грядки, и молоко от коровы, а мясо не из морозильника. Да и поторговаться можно. Знакомые говорят, что это все копейки. Но ведь копейка рубль бережет. Четвертое лицо. Я, молодая хозяйка, постоянно сталкиваюсь с проблемой нехватки денег. Реально экономлю прежде всего на вещах, которые закупаются на длительное время. Чистящие средства, сахар, крупы и прочее. Чтобы в магазин не так часто заглядывать. Закупаю я их целыми упаковками на оптовых складах. В качестве носильщика беру с собой мужа. Реальная экономия до 30%. Пятое лицо. Экономить на еде нет смысла. Потом больше на аптеку потратишь. А вот одежду можно значительно дешевле купить на распродажах. Распродажи – это здорово. Зима кончается, и модное зимнее пальто или сапоги можно купить дешевле даже на 40%. Я живу в Москве, недалеко от торгового центра. Тут во время распродажи действительно можно найти классные, фирменные, отличного качества, а главное, дешевые вещи. Выслушай тексту до задания девятого еще раз. Первое лицо. Если я иду в супермаркет в пятерочку, к примеру, то знаю, что и сколько мне надо купить, так как заранее пишу для себя, что нам необходимо, и продумываю маршрут между прилавками так, чтобы не отвлекаться на глупости. Тогда в корзинке оказываются только нужные продукты. Второе лицо. Про себя я знаю. Все, что в кошелек положу, потрачу. Поэтому стараюсь не таскать с собой денег. В рабочие дни беру только на проезд, на обед и на покупку минимума продуктов. Если уж что-то мне сильно-сильно захочется, то тогда снимаю с карточки. А если нет наличных в кошельке, то пока думаешь, снять не снять, можно и передумать. Третье лицо. В супермаркеты стараюсь ходить пореже. Там и дорого, и продукты не всегда свежие. Покупки делаю на базаре у знакомых фермеров. Там и овощи прямо с грядки, и молоко от коровы, а мясо не из морозильника да и поторговаться можно. Знакомые говорят, что это все копейки, но ведь копейка рубль бережет. Четвертое лицо. Я, молодая хозяйка, постоянно сталкиваюсь с проблемой нехватки денег. Реально экономлю прежде всего на вещах, которые закупаются на длительное время. Чистящие средства, сахар, крупы и прочее чтобы в магазин не так часто заглядывать. Закупаю я их целыми упаковками на оптовых складах. В качестве носильщика беру с собой мужа. Реальная экономия до 30%. Пятое лицо. Экономить на еде нет смысла. Потом больше на аптеку потратишь. А вот одежду можно значительно дешевле купить на распродажах. Распродажи это здорово. Зима кончается, и модное зимнее пальто или сапоги можно купить дешевле даже на 40%. Я живу в Москве, недалеко от торгового центра. Тут во время распродажи действительно можно найти классные, фирменные, отличного качества, а главное, дешевые вещи. Przenieś rozwiązanie na kartę odpowiedzi. Zadanie dziesiąte. Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie tekst. Zdecyduj, które z podanych poniżej informacji są zgodne z jego treścią P, a które nie f. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz jeden punkt. Малыши впервые увидели белый свет. В Калининграде в зоопарке впервые за последние 20 лет появились на свет кенгурята. На самом деле родились они еще прошлым летом и сразу же перебрались в уютную мамину сумку. И только сейчас, с наступлением первых теплых весенних дней, детеныши кенгуру действительно впервые увидели белый свет. Кенгуру появляются на свет крошечными, размером с грецкий орех, и сразу переползают в мамину сумку. На ближайшие 10 месяцев это их дом. Тепло, уютно, а главное, еда всегда под боком. Два года назад семеро взрослых кенгуру были приобретены у английского парка животных для одного из старейших в России калининградского зоопарка. На новом месте жительства рацион для кенгуру не изменился. Листья, фрукты, шпинат. На десерт немного зерна. Кенгуру обожают морковь. И здешний климат пришелся животным по нраву. Летом прошлого года у сумчатых появилось потомство. Два малыша уже начали самостоятельную жизнь. Имена им сотрудники зоопарка еще не придумали. Для этого в Калининграде объявлен специальный конкурс. Выслушай тексту до задания десятого еще раз. Малыши впервые увидели белый свет. В Калининграде, в зоопарке впервые за последние 20 лет появились на свет кенгурята. На самом деле родились они еще прошлым летом и сразу же перебрались в уютную мамину сумку и только сейчас, с наступлением первых теплых весенних дней, детеныши кенгуру действительно впервые увидели белый свет. Кенгуру появляются на свет крошечными, размером с грецкий орех, и сразу переползают в мамину сумку. На ближайшие десять месяцев это их дом. Тепло, уютно, а главное, еда всегда под боком. Два года назад семеро взрослых кенгуру были приобретены у английского парка животных для одного из старейших в России калининградского зоопарка. На новом месте жительства рацион для кенгуру не изменился. Листья, фрукты, шпинат. На десерт немного зерна. Кенгуру обожают морковь. И здешний климат пришелся животным по нраву. Летом прошлого года у сумчатых появилось потомство. Два малыша уже начали самостоятельную жизнь. Имена им сотрудники зоопарка еще не придумали. Для этого в Калининграде объявлен специальный конкурс. Przenieś rozwiązanie na kartę odpowiedzi. czas przeznaczony na tę część egzaminu minął. Sprawdź czy wszystkie rozwiązania zostały przeniesione na kartę odpowiedzi następnie przystąp do wykonywania pozostałych zadań.